Повелись. Думали, никого тут нету? Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Марк. И сегодня мы будем играть в Build Battle на сервере Light Cloud. Это уже третья часть, это вообще супер, я, ну, рад этому. Ну, в общем, поддержите меня лайком, потому что Build Battle заходит что-то сложно, ну и редко. Так что поддержите лайком, и будет Build Battle заходиться чаще. Ну что же. IP сервера будет указано в описании, ну а мы погнали! Итак, нужно нам построить ведро. Ничего себе, ведро, это жестко. Я предлагаю, наверное, построить специальное такое ведерко, которое все помнят из своего детства. Ну а может, оно уже кого-то осталось. В общем, ведро для песка. Да-да, это то самое пляжное типа ведро, куда складываешь песок и делаешь, в принципе, саму горку такую, типа, ну, башенку. В общем, я собираюсь сделать ведро вот именно такого плана. Ну, думаю, оно будет легкое, но я еще попытаюсь на заднем плане сделать эту башенку. Так что посмотрим, как это все получится. Так, пока что делаем само основание и поднимаем. Ну, на сколько блоков? Ну, сейчас еще надо поднять на блоков пару, потому что, ну, это как-то еще мало. Так, сейчас. Так. Я думаю, можно еще поднять на один. Да, все, да. Так, теперь берем зелененькую штучку и ставим ее в виде, как, ну, ручки. Так, все, ручка готова. Хотя, мне кажется, надо сделать ее чуть-чуть повыше. Так, о, да, вот так вот лучше пойдет. Так, теперь, стоп, серьезно, вот ливнуло сейчас 7 человек. Ведро разве так сложно построить? Ладно, сделаем теперь саму песочную горку, типа. Ну, то есть саму горку, которую сделали из этого ведерка. Кстати, поздравляю вас всех с 1 апреля. Надеюсь, уже все разыграли каждого, там, я не знаю. Но я думаю, вы уже разыграли всех своих родных, друзей и всякое такое. Так. 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 И так. Делаем, наверное... Нет, делаем еще внутри. Что-то я совсем завтыкал, то еще внутри делаем. От такой скорости, мне кажется, сейчас еще бандикам залагает. Так. Оп-оп. Опа-ина. Оп-оп-оп. Когда Марку нечего делать. Оп-оп-оп-ина. Оп-оп. Просто капец. Так. Ужас. Так, делаем такие зубчики. Зубчики делаем. Такие зубчики. Все, зубчики сделали. Так, теперь берем вот это и делаем в виде флажка такого. Берем синий какой-то блок шерсти. Сделаем что-то типа флага такого, мини-флажка. Ну а если сделать вот такой, блин, это какой-то не очень флаг. Блин, а это похоже на писюн. В общем, нормально, в принципе. Давайте еще сюда засыпем песок. Типа, готовы сделать еще одну башенку. Засыпем сюда еще песочка. Так, ага. Ну, в общем, вот так вот. Все, засыпали песка. Так, и теперь я хочу сделать какой-нибудь желтенький рисунок.
на этом ведерке, типа это что-то, что-то такое няшное. Короче, это желтенький кружок. Так, и, наверное, я еще сделаю сейчас такой этот, как, я уже забыл, как он называется сейчас. Совочек, во, совок. Так. Так. Такая лопаточка. Что сделать, если вот так вот? Это вообще похоже на какую-то... Так что лучше оставить так. Ну вот и все. Моя построечка готова. Впрочем, я не знаю, что тут еще добавлять. В общем, я думаю, с тематикой ведра я справился. Ну что ж, ждем начала оценивания. Так, все начинается. Так, это у нас железное ведро. Это бидон, типа. Ну, это похоже на бидон. Ну, ладно, сойдет. Впрочем, хорошо. Так, это парень, который поднимает ведро. Сойдет. Ну, как бы, это сильно по тематике как-то не очень, но, в принципе, поднимает, если ведро, то тоже надо. Конечно, ну, нет. Хотя, ну, сойдет. Как бы, тематика ведра передана. Во-первых, это пиксель-арт, во-вторых, это скопировано из Майнкрафта. Ну, это вообще плохо. О, это я знаю, тут поставлю гуд. Хорошо. Тут хорошо, потому что вот тут балка специальная, типа, чтобы водить два ведра сразу. Я не помню, как она называется, блин. Так, это... О, а детализированный чувак. Но эпик я не поставлю. Но мне кажется, кто-то, конечно, будет легендари ставить, типа, вот эти вот всякие разные. Но не знаю. Вот это титики кто пишет. Конечно, ну-ка... Конечно, вы не можете нормально сделать обычное ведро. Вам что, реально это с этого? Вы не можете нормально сделать свое ведро. Так, мое ведро. Всех красные кубики. Ну и в смысле? А почему красные кубики-то? Ну и в смысле? Это не ведро, ребята. Нет. Это не ведро, это сумочка. Так, это что? Ох ты ж, нифига себе, парень разогнался. Ну, сойдет. Но, чувак, какое-то странное ведро ты сделал. Седьмое. Вот на самом деле. Вот тут только один человек построен. То есть один человек. Понимаете? То есть сами ведерки такие малюсенькие, а человек такой крутой. Будто, знаете, тематика человека. Но хотя на самом деле тематика ведра, но там построен человек большой. Блин, ну это несправедливо. Ладно, уходим на паузу до второй игры. Так, сейчас начнется у нас игра, и надеюсь... Будет что-то нормальное построить. Я очень надеюсь. Стоять. Короче, скажу так, что для Light Cloud это эпик фейл. Ну, блин, ну сами поймите. Два раза подряд одна тема. Ну, зачем? Просто угар, капец. Просто угар, 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 угар. Ладно, хорошо. Так. Так. Сейчас начнется у нас игра. И будем мы, короче, начинать. Йоу. Так, надеюсь, нормальное что-нибудь. Торнадо? Что? Что за тематики сегодня? Ну, серьезно, ребят, ну что это за тематики сегодня? А? Боже.
Один природный катаклизм, второй хозяйственная вещь. Вы серьезно? Сейчас опять придется, знаете, вот соблюдать саму текстуру торнадо более-менее, но сложно. Я помню, один раз мне попалась такая тематика. О да, это было жестко, скажу я вам. Потому что, ну блин, ну сами поймите, ну торнадо построить, ну как бы это сложно, по крайней мере для меня, потому что, ну блин, ну текстуру торнадо я очень плохо соблюдаю. Прям вообще, ну вот видите, я уже просто раз, вот так вот, оп. Просто, ну блин, ну вот посмотрите, ну это разве торнадо? О боже. Это шторм. Такое чувство, будто это шторм. О боже. О боже. Ну уже туда иди, торнадо моё. Торнадо. Капец, ребята, у меня вообще плохой торнадо получится. Я сразу говорю, что оно у меня получится плохое. Вот серьезно. Хотя, не знаю. О боже. Это последний бой, потому что мы скоро закончим опять. Так. Это вообще сложно. Блин, ну это не торнадо. Не очень плохое. Это вообще не торнадо. Ладно, пофиг. Сделаем тут крест, что это означает, что это торнадо. Боже. Чуваки, я уже все сделал плохое. Это плохо. Это плохо, что я сделал такое. Это плохо. Ну, допустим, вот это вот торнадо, которое летит на маленький малюсенький дом. Но это не точно. Сделаем его. Домик тут такой задорненький. Сделаем тут дом задорненький. 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 О боже. Так. Допустим, вот это вот будут всякие двери. В общем, делаем дом, ребята. Делаем коробочку со вкусом. Так. Я думаю, тогда это сойдет. 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 О, боже. Так. Просто делаем под музыку домик. Самое лучшее делать под музыку домик. Делать под музыку домик. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам 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 пам. Ну, давайте, ладно, сделаем типа такую грядочку. Сейчас сделаем типа такую грядочку, на которой может что-нибудь расти. Так, это что-то упало. Но не у меня.
Сделаем просто такую грядочку. Так. Ну и, допустим, возьмем какие-нибудь, я не знаю, давайте обычную пшеницу, чего нет. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, и призовем жителя. Вот так вот. Вроде бы все. Ну, я сделал. Это не торнадо. Похоже на какую-то воронку, знаете, через которую льют что-нибудь. Это не торнадо. 100%, я уверен. Это тоже не торнадо. 100%. Боже, вы серьезно? Так, уже две плохие оценки. Ребят, это плохо уже. Так-то. Так-то это плохо, ребят. Вообще плохо. В смысле? Ну, тут я хотя бы поставлю сойдет. Но тут слишком парень разыгрался, нет самого такого основания. Где кончается торнадо, то есть оно же постоянно где-то кончается. Ну, то есть за такие я поставлю окей, но... А это что? Ну и что это? Там что написано? А, это достал. Пацан. Это не торнадо. Обидно. Это не торнадо. Ну, это, ну, вообще не торнадо. Вот моё. В общем, я старался. Как бы торнадо передана тематика, то есть, ну, я старался. Ну, если уж плохо оценили, ну, плохо пусть и оценили. Логично, логично. Это не торнадо. Знаете, ну просто тупо действует на нервы. 9 игроков просто. Как с ведром тоже тематика. 7 игроков. Ливнуло. Это не торнадо. Это воронка. Боже. Запомните, ребята, не делайте такие торнадо. Да вы... Вот вы серьезно... Вот. Ну ладно, ну тут хотя бы окей, ну как бы, ну там внутри воронка, но тут как бы сама тематика торнадо передана. Ладно, хорошо, сойдет. Это что? Вот это точно не торнадо, я уверен. Это точно воронка. Я даже тут даже дерьмо не поставлю, я полное дерьмо. 7-е место. Вот это вот победило. Ребят, что-то у нас сегодня несправедливые люди какие-то. Ладно. Не суть. Главное, хотя бы что постарался построить. Если вам понравилось вот то, что я построил, то ставьте лайк, подписывайтесь, ждите новых роликов. А с вами был Марк Плей. Всем адьос.